Добро пожаловать, друзья, на канал WebPlays. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем прохождение Surviving the Aftermath. У нас вышло новое обновление, так нежданно вообще-то, по большому счету, называется она The Expedition. Так что давайте, друзья, посмотрим, что на него ввели. Приятного просмотра, мы погнали. Итак, друзья, такая фишка. Я думал, что будут работать сохранения предыдущей игры, но оказалось, что это невозможно. То есть, не, она загружается, конечно, но когда мы уходим на карту большую, нету новых обновлений. Так что, кстати, насчет обновления. Вышло новое обновление, как я уже говорил в начале, называется на Update Expedition. У нас добавили новые фишки. Сейчас покажу, что. Добавили нам транспорт, который мы, как я говорил в предыдущих видео, что это, скорее всего, будет следующее обновление. Вот что нам добавили. Нам добавили вот формула биотоплива. Формула биотоплива открывает возможность строить хэнкомбинат, который позволит топливо и семян подсолнечников без очистителя полностью обеспечит колонии топливным очень сложно, а само топливо необходимо для эксплуатации и ремонта транспорта. Для работы хемкомбинатов необходимо масло, которое производится из семян с подсолнечника, а также энергии, без которой здание не будет работать. Ну, разблокируемый химкомбинат. Следующее, что идет у нас, дается нам... дали нам автоэкспедиция. Да? Автоэкспедиция открывает возможность строить гараж для ремонта и хранения автомобиля транспортного, который вы будете находить на карте. И вот из-за чего, почему я начал играть новую игру, потому что этого у нас не было на главном, ну, то бишь на большой карте, в глобальном мире. Так что потом надо было начинать, не знаю, друзья, если может это только у меня так, или если что, напишите. Ну ничего, нам мне просто не пришлось начинать все заново. Кто будет находиться на карте мира, сначала нужно оставить в гараж для ремонта, и лишь затем специалисты смогут полноценно им пользоваться. Для работы гаража необходима энергия, а для ремонта транспорта масло и другие материалы. Так что вот такие дела. Ой. Чуть мой, друзья, приболел. Так что извиняйтесь, если иногда могут пропадать мой голос, и означает, что я иначе выключил микрофон и прокашлялся или что-то вроде этого. Так, ну что ж, тогда начнем. Ну, как видите, у нас карта сейчас закрыта, ну, как и должно быть, потому что мы только начали играть сразу же. Строим дома, отсылаем людей работать, чтобы пусть они начинают собирать все ресики, что у нас здесь есть по рядом с нами. Как опять увеличить размер рабочей территории, зажимаем Ctrl и колесико мышки. И все, и дальше поехали. Так, ягоды, собирайте ягоды. Так же самое, перенести рабочую зону. И повышаем площадь работы. Так. Так, я буду пытаться в этот раз строить дома подальше от центра. Так как я хочу здесь в центре устроить такую, ну, как сказать, чисто индустриальную фишку. Ну, не то, что фишка, это магазины, рестораны, этих его, клубы в дальнейшем, столовые и так далее и тому подобное. И по большому счету хочу, чтобы это все у нас где-то... И чтобы по большому счету мы использовали неплодородные земли для строительства домов, так как вот, например, здесь, да. Ну, сейчас мы здесь не будем построить, потому что у нас здесь есть ядерные отходы. Но есть у нас возможность вот здесь построить. Ну, здесь мы не будем ничего пока что строить. Вот здесь у нас есть неплодородная земля, по большому счету. Но опять же, здесь радиация, да? Ну, не знаю, можно тут еще построить. Но это слишком далеко от центра. Так, ладно. Короче, сейчас наметим. Как обычно, начинаем с дороги. Я думаю, это видео будет около часика, потому что, ну, чтобы более-менее развить, начинать колонию. Я сейчас все обозначу здесь. Сюда вот так. Все это вот сюда. Вторым делом это надо... Так, нет, это не надо было здесь, это надо убрать. Зачем ты его построил? Вот это убрать. Так, ладно, вот это надо разобрать, уничтожить. Сразу же, что я хочу сделать? Я хочу сразу же построить еще один склад. Крутить это кнопкой R, да, как если, чтобы вы знали, да? И сразу же дорогу, потому что, ладно, сейчас это не к спеху, но... В дальнейшем это нам понадобится. Все равно, в любом случае.
И сюда же еще раз засунем мы вот такую тему, как склад. И опять же дорогу. Может быть, не нужно, но это не требует ресурсов, и поэтому это не страшно. Все. Так, погнали. Пусть люди начинают работать, включаем вторую скорость, чтобы более-менее это все быстро происходило. Сразу же строим, вот сюда уходим в бок, строим мы дорогу для домов, где-то вот в этом радиусе, значит, да, поставим. У нас тут есть бетон, но потому что все равно по-любому у нас здесь будет место. Так, и строим дома. Строим большие дома на 12 человек сразу. Вот так один. Блин, надо было shift зажать, чтобы еще один построить такой. Вот так. 12 человек у нас сейчас будет проживать здесь. Потом это мы все переделаем, все это мы поменяем. Это без проблем, так говорится, да? Сейчас мы займем запасы воды у нас на исходе. Это понятно. Это мы сразу же вот так сделаем колодец. С колодцами, конечно, опять же, будет, наверное, такая же самая система, как и в предыдущих. В предыдущем обновлении ты не сможешь ставить один рядом с другим, да? Так, видите, у нас не позволяет он ставить, да? Вот, он загорается красным. Говорит, что здесь невозможно. И смотрим по проценту, кстати. Я не посмотрел, сколько здесь процентов у нас производства колодца. Ну ладно, это сейчас ни к силу, ни к гору. Так, значит, так, ставим, посмотрим, что здесь у нас получается. Сколько процентов? 73%. Не алё вообще. 71, 71, что здесь? 80, вообще 0. 82, 100% где-то было. Ну, поставим здесь, по крайней мере. Так, у нас здесь, не будем ставить здесь, вот так. Поставим, чтобы у нас, по крайней мере, дорога. Я сначала, короче, поставим дорогу. Дорогу, чтобы у нас наметилась территория какая-то определенная. Вот так. И также самое сюда. Должно быть все симметрично, более-менее, плюс-минус. Так, смотрим, что у нас с колодцем. Здесь можем 100, да? 100%, да? Хорошо. Добыча тут тоже 15%, 100%, все отлично. Так, все, с водой у нас сейчас будет все окей. Так, жилье у нас оно построило. Сейчас оно добывает у нас ресики. Так, смотрим. Тут мне назначена территория. Переместить рабочую зону. Вот сюда. Зажимаем Ctrl, увеличим зону. Хорошо. Также здесь переместить рабочую зону и также само увеличиваем и объем работы. Вот здесь, вот так. Отлично. Так, все. Люди работают. Это мы ставим на приоритет. Не знаю, с приоритетами, конечно, у них до сих пор вся как герня. Но ничего не поменяется. Так, значит, так, что насчет обновления? Более-менее подробно. Что они изменили, что не добавили? Они изменили продолжительность метеоритного дождя. Он сейчас уменьшен. Но он может, он будет мощнее. Он уменьшен по времени, но будет мощнее. Он будет более большее количество камней сбрасывать, метеоритов на вас, да. Второе, что они сделали проблематичнее справляться с пандемией. То бишь, она сделана более заразно. С ней будет более тяжело справляться. Не так, как легко, как было до этого. Вот. В-третьих, это вот создали машины, которые мы должны создавать, добавили новые семена. Также самое у нас очень много новшеств в торговле. В торговле это у нас добавили валюту, называется она чести, да, как там, да, там валюта чести, то бишь твоего поселения. Или не даже не чести, а рейтинга, да, ну это вроде своего рода валюта. Также самое они добавили, что мы сможем с каждым городом, который мы найдем, торговать одно семено можем получить от них. Вот. Не знаю, тоже, наверное, рандомно как-то это все делается, но сейчас мы уже больше бесплатно ничего не сможем получать. Мы будем должны им возмещать какие-нибудь материалы, которые им нужны, и чтобы мы получили то, что нам нужно, например. Там, если мы, им нужны, например, там тряпки, нам нужен бензин, например, да, потому что бензин можно будет тоже добывать в торговле. Так, как говорится, добавили наш транспорт, сможем перемещать своих специалистов, которые будут по карте бегать в машине, и там не будет ограничиться одним человеком, там могут пару людей сесть, я точно не знаю еще, это надо еще уточнять, потому что это надо увидеть. Потому что они сказали, что там не один человек, там может несколько людей быть, а сколько это несколько, непонятно.
Но опять же, с визуализацией поработали, они чуть-чуть улучшили специалистов, то бишь не улучшили, они сделали выглядеть им иначе, да. Также, опять же, не сделали тоже. Вот, но, например, когда ты посылаешь кого-то человечка, ну, чуть по-другому отрисовывается цель и назначение этого всего процесса. Так, что у нас по воде? Воды у нас 18. Пока что мы ничего не будем... мы пока что не будем строить ворота. Мы пока что построим только пару домов. Соберем, как говорится, еду. То, что нам нужно здесь, да? И тогда уже сможем думать о воротах. Чтобы более у нас новые колонисты. Следующее, что мы делаем. Мы опять же строим добывающиеся станции. Так, во-первых, я хочу построить крытый склад. У нас бетон есть пока что. Для хранения каких объектов? Это... дроссот ценных предметов, вроде инструмент одежды, это. Ну ладно, у нас пока что ворот нет, там никто не будет ломиться. Рыболовные хижины, чтобы у нас был постоянный ресурс по еде. Только сейчас опять надо будет как-то его установить, чтобы я мог его установить вообще, по большому счету. Но он не хочет устанавливаться. Вот здесь был, есть один. Также я хочу дом зверолова построить. Ну, это опять же мы куда-то поставим чуть-чуть подальше от центра. Главное, сначала построим туда еще хижину рыбаку одну. Так. Кто... Вот. Хорошо. 100% эффективности. Так, тут бетон, большая груда бетона, это понятно. Так, значит, что мы делаем? Я хочу построить, так как я хочу вот эти такие вот охотничьи угодья, все утащить куда-то подальше отсюда, чтобы их здесь не было. Вот. А почему ты не хочешь... А, ягоды, да, говоришь. И что это у нас здесь падает? Ну, пиздец, я даже не начал играть, а уже метеоритный дождь падает. А где вообще оповещение об этом деле, вообще не понимаю. Вот это интересно. Ладно, допустим, я хочу сюда какой-нибудь дом зверолова закинуть. Вот сюда, например, пусть он здесь валяется мне пока что. Так, хижина рыболова, нет, нам не нужно хижина рыболова, дом зверолова нужно, вот что нужно. Вот, так, вот, а пусть он здесь стоит. Что здесь уже поломали? У нас уже поломали, блин. Колодец один. Так, что здесь? Пока что по одному человеку мы поставим. Пусть они по одному добывают рыбки. Это чинит все. Хорошо. Следующее, что мы делаем. Так, нам надо разметить территорию, потому что по какой-то территории будем работать, да. Сюда мы поставим вот так. И сейчас построим добывающие заводы. Например, значит, надо добычу создать для... Нет, не это. Вот станция приема лома и станция переработки. Вот. Поставим пока что и сюда. Лом у нас где-то был здесь рядом. Так, и здесь у нас еще есть станция по добыче лома. Это мы сейчас ставим, поставим. Я не буду к ним дорогу подводить, потому что это бессмысленно сейчас. Это ничего не изменит. Добычу это не ускорит. Ну, становись день уже. Ну, вот так, хорошо, пусть будет так. Так, у нас получается 6 носильщиков. Один здесь, сейчас будет, скоро будет один в дом Дзюралова. У нас так, сейчас будет тряпки добываться. Начнем приоритеты высокие, чтобы это первым делом мы сделали это. Тему. Сюда поставим сразу 2 человека, пусть они добывают нам материал. Надеюсь, что кабан у нас не нападет пока что. Вот. Сразу сюда еще одного человека. Второй побежал. А что, почему он так интересно выглядит? А, вот что, смотри, добавили, друзья. Человек, который работает на определенном помещении, да. Он сейчас отмечивается в синем. Довольно-таки хорошая штука, чтобы, например, потому что раньше ты не мог проконтролировать, кто вообще где работает, что, почему, как, зачем, где он, почему его там нет на этом месте, может быть, потому что где-то он застрял или что он сделает. Вот. Следующий, и также опять вот отмечаешь территорию, вот, и он бегает здесь, смотрит, да, вот, 2 человека работает, вот. Отлично, это очень хорошая фишка. Про это они не говорили, по крайней мере, я не услышал этого, и я как-то не прочитал про это, что-то там этого не было сказано, то, что они умели уменьшить, потому что, может быть, это не такая уж большая проблема, или вообще небольшое обновление, но для меня это считается довольно-таки важная вещь, надо было упомянуть об этом, потому что, ну, это гораздо легче контролировать своих работников. Так. Пограничное радио, что у нас еще здесь есть новенького? Ну, ничего нового просто не добавили, то, что вот это, что говорил, то, что добавили только вот экспедицию, да, там, этот биозавод и новые семена в виде семечек, которых мы будем высаживать, конечно, и на них мы работать.
Так, у нас 4 носильщика. Ну, 2 сейчас уйдут, и будет останется 2 носильщика. Можем что мы сделать? Мы можем посадить одно поле. Чисто так, ради пока что, ну, чтобы у нас был. Пусть, чтобы оно у нас было, это поле. Так, может даже сделаем по-другому, чуть-чуть вот так, да. А если мы, например, захочем еще одну сюда? Да, хватит места для еще одного поля. Отлично, чтобы эта еда была. То, что я хочу чисто больше так расширить диапазон этой базы всей, чтобы она не была так как компактно, чтобы не было все в пересмешку. Вот. Так, работаем, работаем на этом деле. Так, хорошо. Сейчас мы более-менее направим, сделаем здесь то есть, приготовление, и тогда уже мы сможем построить, как говорится, ворота. Уже начать, по крайней мере, заниматься воротами. Как у тебя нету? Переместить рабочую зону. Вот же тебя зона. Пожалуйста, работай, дружище. Металл. Ладно, одного человека я поставлю. Пусть он там воюет. Сразу мы наметим территорию по постройке ворот. Пусть он это строится. Также опять смотрю, они сделают так, что сейчас нельзя добраться до тебя. Потому что раньше, знаешь, тут были какие-то ворота ставились, они ворота тут поставили ворота, а тут еще можно было вообще без проблем пролезть, и никаких проблем не было. А сейчас вот здесь забор, и это тоже агрессивно. Но это уже было и в предыдущем сделано, но это так, чисто чтобы вы знали. Так, сюда мы сажаем, ничего мы не сажаем. А, тут понятно, дальше. Мы сажаем средний рост низкое, тут рост обычный, маленький. Да, садим картошечку, потому что... Нет, давайте, знаешь, что кукурузу. Кукурузу. Кукурузу пусть сажают. Кукурузу, кукурузу. Она будет быстро расти и... Все будет чики-пуки. Так, что у нас здесь? У нас сейчас нужен металл, нужны доски. Что здесь происходит? Доски... И получается, он добывает только один сейчас, да, человек? Ну, потому что... Детки отдыхают, а? Угу. Ладно, тогда, значит, отсюда убираем одного человека. Металл у нас пока что есть, тоже отсюда одного убираем. Пусть более-менее они собирают... ресурсы, доски, ягоды и так далее и тому подобное. Так, дом зверолова строительство завершено. Ну ладно, пусть он там ловит мяско. Так, хорошо, ладно. Что у нас здесь? Трое колонистов заявили вам, что придумали новый вид ловушек для охоты на кролика и сейчас хотят расправиться вокруг поселения. Самая ловушка выглядит вполне рабочей, но выпуская охотников за пределы лагеря, можно быть довольно рискованно. Отпустить их. Два мяса, отлично. Никаких повреждений мы не получили и не умерли, ни черта, все хорошо. Следующее, что нам надо построить, вот такую шнягу, медицинскую палатку. Хоть и нам, конечно, это сейчас не важно, не так уж это жизненно необходимо, но нам надо ее построить, потому что мало ли что случится с нашими колонистами. Кто-то там травму получит, что-то еще. Лучше быть, как говорится, безопаснее в этом плане. Так, ладно, я даже построю его где-то сюда. Ну нет, навряд ли сюда строить. То сюда поставим его. Рядом к центру. Вот, медицинская палатка. Туда мы, конечно, доктора не посадим, потому что, ну, смысла нету сейчас, никто не завалял. Работаем, да, хорошо. Бетона 4, так, из 5. Да, ну, мало народу, мало народу. Знаешь, друзья, даже, знаешь, сделаем так, сделаем по-другому чуть-чуть. Мы сейчас даже сделаем, уберем... Вот это, потому что у нас металл пока что есть. Это уберем тоже. Потому что на металл у нас есть 23 штучки. Ткани у нас тоже есть 5 штучек. Бетон нам нужен. Вот что нам нужно. Бетон и доски. А чтобы это у нас добывалось, нужна рабочая сила, как говорится, да? Вот. Вот, видите, она уже носит бетончик. Все носит, уже все хорошо. Единственное, что я бы хотел еще, не знаю, к разработчикам. Может быть, не знаю, кто-то сможет достучаться до них, чтобы они... исправили вот эту тему, не то что исправили, а улучшили такую систему, как вот, например, они взяли, вот, несут доски, да, чтобы они несли на склад, а несли напрямую уже, сразу прям к тому месту строительства, которое у тебя указано. Даже если, например, поставить приоритет, чтобы этот приоритет работал, потому что видишь, они сейчас делают двойную работу, они берут, идут, то бишь, они собрали бетон, они прошли, положили его в склад, потом со склада взяли и несут уже на ворота. Мне, чтобы сразу это все сделать, и вот взяли там, блядь, там один бетон, и сразу принесли сюда, и пошли обратно. Это сэкономило бы кучу времени, и лишнего времени, которое наши чуваки потребляют на доставку ресурсов. То есть, только получается, вот сейчас опять он несет, вот это сейчас берет и несет опять же вот бетон, да, вот он несет, ну, смысл.
Ну ладно. Ладно, это мелочь жизни, но это тоже, опять же, такая маленькая недоделочка. Ну да ладно, посмотрим. Как это все исправится. Ладненько, так дальше ждем сейчас, короче. Так, ну как я уже сказал, да, у нас есть новая тема по поводу машины, да, но это будем этим заниматься, конечно, в дальнейшем. Галима, что вот надо было начинать все сначала, это довольно-таки продолжительное время займет. Ну, не знаю, я надеюсь, что вы, друзья, меня поддержите вашими лайкосиками, вашими советиками, вообще поддержкой в общем, чтобы я продолжал снимать эту игрушку, потому что, ну, чтобы я знал, что вам интересно, и то, что мы начали это заново, на это никак не повлияет, то, что вот там, раз я не хочу уже все заново смотреть, я понимаю, это как-то неудобно и вообще как-то тупо, но, друзья, мы хотим наслаждаться игрушкой, мне она нравится, надеюсь, что вам тоже, но раз вы смотрите, значит, вам тоже эта игрушка интересная, и или смотрите уже со мной, значит, вам интересно, как мы ее проходим, так что в любом случае, большое вам спасибо за вашу поддержку, как говорится, да. Так, тем не менее, мы продолжаем заниматься делами. Скорее всего, как мы только построим эту систему, а почему у нас ушло пластмасса куда-то? Куда этот пластик ушел? Тут нужен пластик. Кто-нибудь хотел купить дело в какой-то свалке. Вам подходит двое колонистов, предупреждают зазарка, звать не предупреждают. Ну да, есть свалка, да, дайте разрешение идти. Инфекция, блядь, вот это плохо. Прилетят средние. А, вот куда они. Вот. И о чем я говорил? Да то, что вот смотрите. Они принесли сейчас ресы не на то, что надо. Они принесли сюда. Его зачем? Спрашивается. Когда мне был приоритет поставлен на ворота. Вот в то, что мне еще очень раздражает в этом плане. Я понимаю, что игра в раннем доступе. На ней еще работают люди, но. Камон. Как-то сделать это дело, чтобы это более-менее как-то логично происходило. Зачем туда ставить приоритеты, если эти приоритеты неправильно распределяются? Не знаю. Ну ладно, черт с ним. Не будем придираться. Так, где это? Вот идет. Хорошо, лечись. Так, три пластика. Хорошо, добывается три пластика, три пластика, три пластика. Единственное, то, что мне нравится, что здесь куча будет. Значит, здесь будет, значит, нас надо будет ставить здесь экскаватор по пластику. Ну ладно, ничего с ним. Поставим. Что ж теперь уже делать? Так, ладно. Дальше, дальше, дальше. Что у нас? Ну, чисто не хватает досок и пластика, да. Ну, сейчас, давай, сейчас они еще два пластика принесут нам. Переработают, и тогда я опять отключу вот эту тему по добыче пластика. И... Ну, все, уже съесть у нас, все отлично. Уберем человека. Вернее, убернем людей отсюда. Досочки приносятся, еще двое досочек осталось. Так, вы добываете доски, да, вы добываете доски. Что вы добываете у нас здесь? Тоже добываете те же самые доски. Вообще-то вам надо было послать в другое место. Ну ладно, пофиг, работайте. Что, в чем проблема? Какие проблемы? Не удалось выспаться. Каким образом тебе не удалось выспаться? У тебя, блядь, здесь домишка. Так что спите, пожалуйста, кто дает. Такс. Что у нас по воротам? Так, все, у нас рейсы на все хватает. Сейчас ждем, пока это до нас дойдет. И тогда уже будем принимать первых колонистов. Так что уже сразу можно подготовиться к строительству нового дома. Так у нас нам это понадобится. Так явно к нам подойдут люди новые. Да, ё-ё-ёшеньки, нет, отменить строительство. Вот так. Вот, отлично, все. Что тебе надо? Тебе надо вот это, я понял. Так, сюда мы поставим одного человека. Пусть понемножку добывает пластик. Ну вот этот человек строит сейчас, да, у нас это дело. Ну и сейчас открываем, и сразу появляется сразу же. Ну это по скрипту, походу, сделано, что сразу через некоторое время появляется у тебя первый скаут. Ну и специалист, так сказать, да. Надеюсь, что он разведчик. У него много шагов, и он может много носить за собой. С собой, не за собой. За собой, главное. Так, вот уж мне нравится, что это у нас ядерные отходы рядом здесь валяются. Это не должно. По сложности, друзья, я выставил 44% сложности. Там всякие разные вещи, потому что я это не вставил в видео, зачем нету смысла. 44% сложности я не ставил на самые там хардкорные прохождения, потому что, ну, мы хотим наслаждаться игрой, а не страдать от игры, как говорится, да? Вот. Так, смотрим, что мы можем так. Ну, чтобы тут у нас было все по фэншуй, вот так сделаем. Пусть это все. Так, все. Третий ворот завершено. Итак, ждем первых посетить. Первых, как говорится,
Вот, и как я говорил, да, у нас сразу же появляется первая группа колонистов. Итак, и очень хорошо сразу, потому что иногда, бывается, они без специалиста приходят. У нас получается двое взрослых, двое детей. Итак, знаменитая путешественница из Северной Европы, которая называет себя императрицей шведской. Правда, это вроде как было еще до апокалипсиса. Она обожает проектировать города, при необходимости готова провести бой в армию. А еще она заявляет, что раньше водила ложь чернокнижников, однажды помогла инопланетянам захватить галактику. В общем, женский ордер, очень разностроенная дрянная дама. Ну, короче, да. Но берем, конечно, берем, пока что нам нужно. Собирать три довольно-таки неплохие у нее показатели. Сразу же высылаем человека за едой. Вот сюда. Видите, у нас появилась новая отрисовка иконок и вообще пути, да, такого раньше не было. Вот, отлично. Она собрала сколько? Потому что больше ресурсов нет, она собрала полностью все. Очень хорошо. Ну да, потому что у нее собирательство 3. Довольно-таки неплохой показатель. Так, эту женщину мы отсюда выкидаем, выкидываем, выкидаем. Мы этого не понимать, как говорится, да? Так, ждем, пока добываются ресики. Так, сюда добавляем еще одного человека. Сюда еще тоже, может быть, да, забираем одного. И сюда у нас есть один. Так, здесь мы берем, убираем одного. Здесь у нас добывается, да, тут добывается, сюда добывается, отлично. Впереди специалист готовы к работе, отлично. Текс, значит, заходи сюда. Отлично, она сразу скидывает мясо, потому что перед этим у меня было, ну, было проблема, то, что она не скидывала мясо, когда она только заходила в место. Так, ну и как раз появляются сразу бандиты у нас, да, ну, как обычно. Чтобы сойти с большой карты, не нажимая на маленькую мини-карту, нажимаем просто буквочку М. И сразу переходите к карте маленькой, то бишь карты города. Вашего поселения, вернее, а не города. Пока что мы не город, у нас пока 16 человек только. Так, приоритет средний, высокий, ставим сюда сразу, чтобы он здесь сработал. Что не хватает себе? Здесь не хватает ткани тебе, да? Ну ладно, ну вот сейчас носит ткань. Хорошо. С водой у нас пока что еще плюс 14, это все отлично. Сейчас мы будем более тщательно выбирать людей. У нас есть еще 6 детей, то бишь потом, как они подрастут, у нас уже будет 22 человека. За этим надо следить, чтобы не переборщить. Так, это все добывается. Пока, видите, стрелочки идут желтым цветом. Значит, этот ресурс там еще есть, они еще добывают ресурс. Как только появится красный, значит, ресурс там закончился. Любой, который они там добывают, там это не важно, ягода, бетон или что-то другое наподобие этого. Сразу это все пропадает. То бишь, сразу превращается в красный цвет. Такс. Хорошо. Работает. Все, люди работают. У нас с едой пока что проблем нету никаких. Производится у нас 6, да. 6 производится, потребление 13. Но это потому, что сейчас у нас такая фишка получилась. Культурные что? Культурные растения 19. Это что такое? Культурные растения. Это даже не знаю, что такое культурные растения. Такого раньше не было. Культурные растения. Ну ладно, допустим. Хорошо. Дальше. Так, что у нас здесь? Что-то здесь. Только еда плюс... А, это еще с машины остались. Так, женщина, ты иди проверь, что у нас здесь происходит. Или... Ну давай иди сюда проверь, что здесь происходит. Вот, отлично. Ткань нам пригодится. Так, дом строится, да, пока что. Пока что. Сколько там надо взять ткани еще? Еще 5 штучек у нас есть, сейчас 3. Ну, понемножку добывается все, да. Как только появится у нас больше людей, мы, конечно, поставим людей больше на добычу всяких разных ресурсов, которые нам понадобятся в дальнейшем. Надо будет потом построить школу, чтобы детки у нас развивались и подрастали более-менее быстрее. Так, это что? Почему тут отмечено... А, это работник тусуется. Со станции приема лома. Ну, все хорошо. Мысли, какие твои мысли? Минус 20 распространения облучения. Максимальная счастье. Легендарное прошлое позволяет удалить надежду там, где ее, кажется, уже не осталось. Без крова минус 20. Ага, понял. И я надеюсь, что... Я думаю, что... Разработчик уже, конечно, работает над улучшением среднего уровня счастья, это чтобы это влияло как-то плюс-минус на все это, на всю эту колонию, говорится. Они, конечно, это не, это будет, конечно, труднее для нас, что надо будет следить за еще одним параметром, но это будет более интересно, что надо будет тоже следить за такими вещами, как за такими параметрами. Так, что такое колонисты, хотел поговорить? Они заметили кое-что интересное. Ну, что вы заметили?
Пора ваших гонористов заметить, что в глубоком ущелье под ногой застрял какой-то автомобиль. Возможно, в нем есть что-нибудь ценное, но спускаться туда без специального снаряжения может быть опасно. Они все равно хотят исследовать неприятно. Разрешить им. Ранение. Колониста, так, хорошо, отлично, блядь. Ногу сломался, да? Тупица, блин. Ладно. Сейчас пойдет он туда, его вылечит. Строительство завершено, все у нас имеет кров, все хорошо. Новые источники нам нужны. Так, ладно, сейчас как только подправим женщину зарезами. Она сразу все заберет, по большому счету, да? Да, сразу забрал все. У нас какие-то рейсы закончились, да? Да, вот у нас, видите, появилось красным, значит, ягоды закончились. Смотрим, где у нас следующие ягоды есть. Я не хочу пока что их по слишком далеко отслать от базы. Вот у нас есть три. Так, хорошо. Здесь пока что все есть, а вот здесь уже нет. Переместить рабочую зону. Переместим ее вот, например, увеличим, во-первых, зону. Вот так, пусть работает. Отлично. Здесь все есть. Тут работает. Все отлично. Этот у нас лечится. Три человека у нас еще есть. Хорошо. Ждем, пока у нас человечки... то бишь, пока наш специалист не откадышится. Так, хорошо, ладно, то ничего не было так. Ну, надеюсь, что кабан как-то странно не нападает. Он, по идее, должен напасть. Нужен новый ресурс источников ягод. Так, это где? Но пока что у нас здесь есть ягоды еще, да? Что, тут еще 5 ягод. Ну и все. Вот еще опять тоже мне вот есть вот такая вот на карте, у нас такая вот фишка здесь, да. Я предпочитаю, что это какие-то подводный горячий гейзер, да, что вот такое-то. Что, возможно, они даже планируют, что в дальнейшем они сделают такую вещь, как термогенераторы какие-то такие, которые будут использовать горячий пар, воздух в благо энергии. Потому что, ну, мы должны как-то облагораживать себя, потому что нету смысла мне полностью, как говорится, карту заставлять генераторами, ветрогенераторами, которые довольно-таки много места занимают, да? Ну, не знаю. Но я думаю, что они над ним работают, потому что, ну, это радует, что наши разрабы работают над этой игрой. Это очень-очень-очень хороший знак, то, что они не забросят игры. Ну, конечно, компания Paradox довольно-таки большая компания, так что они навряд ли забросят эту игру, они будут на нее работать и продолжать вкладывать деньги в это дело. Так как людям это интересно. Как это, значит, это как-то получается какой-то помесь цивилизации, Race of the Nation, что-то вроде этого такое, знаете. Строить что-то... как-то так. Потому что помню, что когда играл в Race of Nation, это очень была крутая игра. Так как цивилизация, конечно, она и до сих пор крутая, но, не знаю, она утратила свой шарм. Они уже печатаются, как по большому счету, как Assassin's Creed, да. 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я и так далее. Уже потерял этот весь шарм. Ну, не знаю, некоторые есть, конечно, фанаты этого, конечно, скажут, а, ты лошар, ты что-то понимаешь. Все это игра пиздатая, конечно, отличная. Но, опять же, сколько людей, столько и мнений. И столько точек зрения, да. Так что не обессудьте. Вот. Так, смотрим, что у нас дальше. Так, ну, пока что работаем. Отлично. Текст. Хорошо. Так, день. Я думаю, до дня 10 мы доживем и закончим на этом серию. Чтобы более-менее... То, что где-то видео ждет около часа, походу, я так, если не ошибаюсь. Так что, да, надо как-то более-менее... А то растягивать на бешеное время, количество времени, это нету смысла. А стримецкий по этой игре тоже не вижу смысла строить, потому что, ну, камон. Это стратегия. Кому интересно смотреть, что ты строишь в онстриме? Лучше на какой-то акшон посмотреть. Ну, не знаю, может, опять же, я ошибаюсь. Кто знает. Так, перейти готовы. Так, что-то опять там отдать волокно. Просрал волокно, короче, умелые ручки. Очумелые ручки. Там она хотела что-то шить, походу, да? Ладно, иди собери 20 аптечек. А вот тут она как-то... Подожди, лекарство, что... Там только 5 аптечек было. Ну, да ладно, хорошо, ладно, черт с ним. И тем временем у нас день 8. Так, хорошо, люди работают, все происходит. Так, хорошо. Переместить рабочую зону. Почему я не получил объявление по поводу этого дела всего? Ладно, уменьшим зону. Чтобы... Я не знаю, ли эта зона влияет на количество людей, которых туда посылаются. Или если знаете, друзья, напишите. Потому что чем больше зона, да, может быть, там больше людей уходит на эту зону. Ну, не знаю. Это чисто так мое сугубо предположение. Не знаю, может быть, это не так. Так, 35 пластика еще осталось здесь. Что с металлом здесь у нас еще?
66 металла. У нас 4 человека работают и собирают ягоды, собирают все остальное. Так что с картошечкой. А, у нас картошечка сейчас здесь растет, да, не кукуруза. Ну да, ладно, черт с ним, не страшно. Так, смотрим дальше, что у нас здесь происходит. Построить еще крытый склад. Зачем крытый склад? Не, ну, по идее, можно построить скрытый склад. Крытый склад, это небольшое дело. Крытый склад, да, например. У нас как раз он сюда впишется красиво. Мы сюда поставим. Ладно, поставим. Чисто... пусть у нас будет. У нас есть бетон, у нас есть тряпки, у нас все есть. Отлично. Вот и он строится уже. Отлично. Конечно, это не... Ну, как-то тупо сейчас. Вот сейчас это растрачивать. Ну, друзья... Я уже так научился, что уже не строим очень много объектов сразу же и все. И там, знаешь, поставил 10 объектов и ждем, пока ресурсы, наверное, фармятся. Лучше вот на один набрали, вот сейчас построили, и сейчас будем ждать, пока наберется какие-то определенные еще раз тема. И это тоже будем продолжать. Так, идем сюда. Я хочу обойти вот так и довернуть женщину обратно сюда. И вот и хорошо, что. А почему здесь лекарства? А, тут еще 30 лекарств остались. А что так она? Ладно, допустим, хорошо, что с ним? Это мы добудем. Может быть, даже, друзья, за кадром побегаю, пособираю ресурсики, чтобы вам было более интересно, чтобы и тоже видео, как, знаешь, не растягивать на час, а показать все самое влажное. Самое влажное, блядь, зачем? Я говорю, дождь идет, потому, наверное, о влаге подумал. Самое важное и интересное. Потому что, ну, кому интересно смотреть, как мы тут строим, ставим дома и так далее. Мы уже, нам важен, как говорится, прогресс и, как говорится, эффект этого всего дела. Так что смотрим, будем, друзья, заниматься этим делом. Так, хорошо, потому что, ну, сейчас это вот такое ознакомительное видео, потому что, ну, объяснить ситуацию, почему мы не продолжаем нашу, там уже огромную колонию, где там почти что 300 человек у нас было, да, больше даже 300, потому что я играл еще в офлайне, и там было очень много человек, да, у нас, и реально там у нас были проблемы даже с домами, у нас там были 5-6 домов уже ставились в очереди на строительство, ну, чтобы их обеспечить этим делом, вот. Такие делишки, друзья. Так, вот так, хорошо. Ладно. Работаем. У нас пока что с водичкой все хорошо. Этот работает. Кстати, можем еще один колодец построить. У нас бетон есть. Потому что нам все равно это понадобится. Пока что. Даже можно, значит, наборную башню сначала поставить. Куда-нибудь там, где нам вообще нам... Вот сюда. Потому что мы сюда ничего не сможем поставить потом. Вот. Сюда поставим его. Вот. Пусть он здесь будет. Пусть она будет, скорее, здесь будет. Даже не одна, знаете, друзья, даже поставим парочку. Так, что там у нас есть металл на это все дело? Бетон есть, и все, где-то все это есть. Так, хорошо, отлично. Парочку штук. Так, готов специалисты. Так, ладно, женщина, ты иди. Я хочу посмотреть, сколько ты заберешь за один раз сразу. Ты заберешь 300, да? 300 очков. Ну, смотрим, что мы изучаем. Мы в первую очередь посмотрим, что мы можем изучить. В первую очередь. Давайте, друзья. Откроем, наверное, что-то мы с... кухой. Кухня, ну не знаю, или производство, энергия, ну тоже не думаю. Жилье может быть, лачуга, она увеличит там объем, надежный склад. Ну не знаю, сколько, подожди, может быть и надежный склад и... Вот, я думаю, что надо построить, будет логичнее аванпост сначала, да? Автоэкспедиция, это что нам дает? Гараж, но у нас нету подсолнухов, значит нам надо... Пища, защищенные семена, значит, найдет вот, нам надо себе формулу, значит, нам надо вот сюда, да, будет, да, идти, чтобы наши чувачки передвигались по карте довольно быстро. Так что давайте тогда пойдем к производству энергии. Солнечная панель, витре, так, хорошо. Ну, давайте изучим, и, может быть, тогда еще я вообще жилье, да, ну, давайте и жилье изучим. У нас 300 очков есть, довольно-таки много. Поначалу, да, будет у нас так. Что ты ждешь? Что тебе не хватает здесь? Каких ресурсов? Металл? Ага. Тебе ткани не хватает. Инфекция Хари. Чувачка сюда. Достаточно материалов. Ну, это понятно. Это все будет, если это все исправится. Так, у нас вода добывается. На всякий случай, мало ли что у нас сломается. Метеорит упадет нахрен на наши колодцы и уничтожит колодец. Вот. Так, ягоды... собраны, да? Где? Ага, хорошо, они все еще работают. Тем не менее, вот день 9. Мы развиваемся, мы работаем. Все, у нас все хорошо получается. Так, потом уже дальше мы уже будем продолжать развиваться. Так что, друзья, да, я, скорее всего, то, что я поиграю еще за кадром, соберу ресики, но
При следующем видео, конечно, я вам объясню, что мы сделали, и вы, скорее всего, сами увидите, что мы поменяли, и что мы сделали, что мы добыли, и как мы это сделали. Да? Это вам объясню, введу в курс дела. Просто чтобы чисто не растягивать очень большие видео, так как это занимает довольно-таки много времени при рендеринге и каком-то... Было, не было монтажа, потому что мы еще этим делом учимся заниматься, пытаемся изучить всякие разные фишки в этом плане. Так что, если там как-то все это выглядит скудно и как-то банально, не обессудьте, друзья. Я учусь, я занимаюсь этим делом, пытаюсь развивать себя и канал, и познавать всякие новые фишки, да, в этом плане. Так, ладно, женщина, ты собирай туда еще последние ресики, которые у нас здесь есть, да? 23. Да, ты собрала все у нас здесь. Вот, и потом еще вернем мы тебя, там, куда у нас там карты еще не открыты, некоторые вещи, вот. Так это строится. Значит, что пока что мы можем еще построить. Маленькое поле у нас есть, это есть, так, дом лесничего нам есть один, пилораму пока что нам не надо, у нас с деревом еще есть. Эти вещи мы нам пока строить надо, можно построить аванпост один, вот. А тут уже без разницы, да, как ты его ставишь, да, ну, поставим его сюда. Вот, аванпост один сюда построим. Построим. Потом тут еще поставим торговый порт, торговую палату. Так, ворота у нас есть. Тут и появится торговая система, да. Так, у нас есть факела. У нас это мы не будем тратить на это ресурсы пока что. Солнечная панель. Солнечная панель. Подожди, что она для нее нужна? Ей нужно конденсаторы 4. Тряпки. Кстати, даже можем одну солнечную панель построить. Но пока что нам не нужна она, да? Или тут нужно? Нет, тут не... Нет, тут... Ага. Ага. Ага, вот какая фигня, да? Им нужна конденсация. Значит, так, ну, хорошо, что мы не построили. Потому что сразу уйдет 4 все детали, и у нас не получится построить аванпост, да? Я надеюсь, что мы электроэнергия ему не нужна. Потому что, ну, тут, как говорится, что не пишет, ему нужна электроэнергия. Подожди, друзья, сейчас посмотрим. Нет, он не пишет, ему нужна электроэнергия, ему нужны только конденсаторы. Для чего, не знаю. Может быть, чтобы была местная связь с тем аванпостом, который мы поставим в глобальной карте. Так, переходим к специалистам. Так, специалист, ты идешь... Нет, знаешь что, друзья, вот сюда заценим. Вот, вот, хорошая вещь. Ну, пока что мы туда не будем. Я тут просто аванпост поставлю где-то сейчас рядом там. Потом эти аванпосты можно снести, и так же самое это можно снести. Пока она дает полные ресурсы обратно. Если я не ошибаюсь. Чтобы... Ну, то есть ты сносишь здание. Так. У нас есть место на 18 человек, да, на 18 человек. Так, еды у нас достаточно, 78, все хорошо происходит, все отлично. И это добывается, все добывается, ягоды собраны. Так, и тут собрано, так. Переместить рабочую зону, смотрим, где у нас ягоды есть еще. Вот здесь ягоды у нас есть, хорошо, отлично. Дальше смотрим, что у нас есть. Они добываются, здесь тоже добывается, все отлично, все супер. Люди работают. Что здесь тебе не хватает? Не хватает ткани, да? Ну тут же мужик работает в поте лица, это радует. Сейчас он рассортирует все дело. У нас еще улучшение дороги не появилось, ну это черт с ним. Это будет уже с инфраструктурой связано. Я надеюсь, что они потом эти иконки тоже поменяют, вот, вот эти вот, да? Чтобы более красиво выглядело, тут какая-то влажа. Вот. Да, все хорошо. Есть звук наших работничков и вообще звук игры и всяких эффектиков. Да, тихо, потому что я их уменьшил, чтобы не так громко там они там буянили, да? Чтобы еще мы музыку могли в фоне послушать, которая тоже, опять же, достойна отдельного внимания, как говорится. Такая ритмичная, меланхолическая, такая успокаивающая музыка. Вот. Постапокалиптическая, говорится, да? Так, женщина, ты вот... Проверяй по большому счету сейчас зоны все. Ага, я понял тебя. У нас 10-й день идет вроде бы, ну и как-то не хочется даже заканчивать игрушку. Так, давайте еще, друзья, поработаем. Как вот сейчас аванпост построим, тогда его завяжем. Вот, и такс. Мне просто так, хорошо, работает. Мне просто интересно, мне кажется, энергия ему не нужна была. Надеюсь, что не нужна была, потому что если нам нужна будет энергия, у нас аванпост не заработает, так как у нас нету ресурсов, чтобы построить солнечные батареи. Ну, вот. Или какие-нибудь ветрогенераторы. Потому что для ветрогенераторов тоже, опять же, нам нужно... конденсатор, даже целых 8 штук. Ну, это не проблема, это мы найдем на карте, это вообще не проблема, вообще не... Это только будет требовать побольше времени в этом плане.
Так, ждем, пока у нас закончится строительство ванпоста. И тогда уже посмотрим. Вот жаль, что еще, вот я надеюсь, что в дальнейшем они еще, не знаю, ну, я не знаю, ли важно тут терраформирование, да, в этом, в этой игрушке, но это уже будет, было бы чересчур, да, терраформирование еще в этом плане делать. Потому что я не вижу применения вот этой, вот зачем, вот зачем вот это вот, вот, ладно, еще горки, окей, хорошо, вот, ну, и... Ну, это я понимаю, что это тоже нужно, это типа ландшафт, чтобы он не был однообразным. Основать аванпост. Итак, мы можем основать аванпост где? Здесь. Давайте обоснуем его здесь. Вроде бы недалеко от дома, тем не менее. Хорошо, ладно. Опять же, достаточно, вот, например, если мы зайдем, отошлем человечка на аванпост, передача, да, ресурсов будет мгновенная, если они ничего не изменили еще. Но это мы сейчас проверим, так как вот зайдем сюда. Не даже, да, зайдем, нет, зайдем сюда напрямую. Проверим, да, или будет какая-то добыча. Она даже не может зайти, ладно, проверим, или будет, или не будет. Какое-то определенное время на доставки ресурсов сюда. Я считаю, что... Не, они сказали, что это в дальнейшем будет исправляться. Там будет какое-то определенное время, чтобы доставить ресурсы с этого аванпоста на нашу базу. Потому что, ну, это логично. Но на данной стадии они сейчас это... Мне этому не уделяют время. Они заняты более другими вещами, более важными, да, так говорится. Вот сейчас вы выпустили новое обновление экспедиции. Так как мы обсуждали перед этим, как я уже говорил, то, что я предполагал, что это выйдет в первую очередь, да. Не зря у них там зачеркнутые даты и поочередность релизов... Ах ты, бляха-муха. Поочередность релизов обновлений. Так, нам нужно срочно построить водонапорную башню еще одну. Колодец, вернее, не башню. Сколько здесь процентов? 80, 70. Здесь 69. Блин, плохо, очень плохо. Здесь... 0. Здесь 73. Ну, нам не обязательно ставить его на дороге. Нам достаточно его поставить. Не знаю, вот так. 100. Вот сюда, например, поставим. Если что, потом это все изменится. Это не проблема вообще, ни грамму. Так, пришли люди. Так, двое детей. Берем. Нам и специалист, лидер очень хороший. Так, берем. У нас как раз хватает места, чтобы они там... ага. Безномный. Ну, ах ты, блин. Посмотрите на него. Значит, мы можем построить... Кстати, мы можем построить новые дома. Коммунальное жилье. Это мы поставим пока что. Ладно. Поставим пока что... Блин, куда его поставить? Ладно, поставим его пока что сюда. Дом. Так, вот тут бесплодные земли. Поставим его сюда. Что ему нужно? 14 металла у нас есть, 12 бетона у нас есть, и 25 досок у нас все есть. Хорошо, отлично. Специалисты готовы к работе. Чувак идет. Видите, даже другой чувак выглядит, да? Более-менее нормально такой выглядит. Так, что здесь? Стоунхедж какой-то, блин. Хорошо. Женщина, ты идешь, смотрим, проверяем твои, как ты добываешь резки. 10, то, что осталось. 7 штук. Итак, смотрим. Ресурсы прибыли сразу же, да? Да, ресурсы прибыли сразу. Так что до сих пор еще это не, ну, не введено в игру. Все это будет еще происходить. О, воу-воу, так, отмена, дружище. Это как я так накосячил, а? Я дорогу снес. Это плохо. Дорога должна быть. Я люблю дороги. Коммунальное жилье недостаточно стройматериалов. Ты о чем? Ты о чем, дружище? У тебя, блин, всего достаточно. Всего здесь 8 досок и 21 доска еще в запасе. Так, ну да, друзья. В общей сложности. Я думаю, сегодня мы закончили нашу серию. Если есть какие-то советики, комментики по поводу этой игрушки, оставляйте, друзья. Буду очень признателен к этому. Мы сейчас на этом заканчиваем. Большое вам спасибо за ваше внимание, за вашу поддержку. Если понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Опять же, повторяюсь, поставьте комментарии. Если есть какие-то ваши советики, обязательно прочту, отвечу и приму к сведению, друзья. Большое вам всем спасибо. Удачного вам дня и всего доброго, друзья. Пока-пока.